Привет, дорогие друзья, это Хоббит-отшельник. И вот пришла пора рассказать вам о необычном мешке. Этот мешок непростой, этот мешок волшебный. Достаточно позвонить в этот колокольчик. Этот мешок исполняет самое сокровенное желание. Причем такое даже, которое вы сами не сознаете. Но, как водится во всех сказках, этот мешок может исполнить всего лишь 3 желания. Итак, друзья, желание номер 1. Что же здесь? Горох! Внимание, желание номер 2. Итак, что же сейчас? О, петрушка! И, наконец, последнее желание. Желание номер 3. Колокольчик прозвонил. Трава? Трава! Петрушка, ты зачем трогал колокольчик?